Здравствуйте! Вы на канале iSpeak, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами, как всегда, я ее ведущий, Олег Павлюченко. В этом фильме я затрону очень сложную тему, которая напрямую вытекает из предположенного нами с Алексеем Кунгуровым так называемого потопа середины 19 века. И эта тема касается хронологических сдвигов исторических событий 19 века до начала той войны 1841 года, которая и привела к глобальной катастрофе. В своих ранних фильмах я предполагал, что с момента правления Екатерины II, то есть с конца 18 века, все хронологические события истории России, да и в принципе мировой истории, имеют реальный хронологический порядок. Но на это предположение у меня, конечно же, были основания. После работы Миллера, Шлёцера и Байера по фальсификации истории России и Европы, в принципе, я думал, их уже закончено. Но опять не все так просто. И в этом фильме, как я уже сказал, я буду рассматривать приблизительное предположение о хронологическом сдвиге первой половины 19 века. Джордж Гордон Байрон. У него два имени – Джордж и Гордон. Джордж – это имя в обиходе, а Гордон – так его назвал отец. Это имя и одновременно фамилия. А фамилия – это девичья фамилия матери. Якобы претендуя на владение тестя в Шотландии, отец Байрона, Джон, дал ему второе имя. Рассмотрим биографию. Предки Байрона, выходцы из Нормандии, пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. За победу при Гастингсе были награждены поместьями, отнятыми у саксов. А первоначальное имя этого рода – Бурунь, что-то русославянское. Ну, здесь надо разбираться. Дед Джорджа – адмирал Джон Байрон. Его старший сын – отец Джорджа. Джон, тоже Джон Байрон. Кстати, капитан. Ну, такой кутила какой-то. Годы жизни 1756-1791. Имел дочь от первого брака, такая вот мисс Ли. О ней тоже много написано. А самого поэта от второго. И брак этот с Кэтрин Гордон. Род Гордонов – известный шотландский род. Отец Кэтрин – Джордж Гордон Эсквайр. Богатый землевладелец. Итак, поэт Байрон родился в 1788 году. А вот в 10 лет после смерти двоюродного деда Джордж или Гордон вдруг стал пэром Англии и лордом. А родился он якобы в бедной семье, хотя мать – единственная дочь богатого Гордона. Ладно, там отец все промотал, но мать-то богатая. Учился этот бедный поэт в частной школе, а потом в классической гимназии. Так же, как и место пэра и титул лорда, в 10 лет он получил наследство, якобы от того же двоюродного деда, лорда и пэра, который в то время был как будто бы бездетным. А наследство – Ньюстерское аббатство. Еще интересный штрих – портрету поэта, имел больную ногу и хромал. Потом он постоянно влюблялся в своих кузин, первая Мэри Джеффер, вторая Маргарита Паркер, учился в школе Хэрроу, где прочел огромное количество английских классиков. И вообще там была огромная библиотека, и он там читать и научился по описанию. Хотя, насколько я понимаю, 80 или 90% всего, что написано у нас из литературных произведений во всем мире, написано в том же 19 веке. Что же читал Байрон? Шекспира? Я не буду перечислять всех английских классиков до 19 века, но вот Шекспир всем понятен. А там их вообще 3-4 штуки. В общем, поэт Байрон – это какой-то представитель высшей английской аристократии. Какая-то странная параллель с Пушкиным. Тот тоже якобы из бедного или обедневшего дворянского рода. Какой-то у него Мусин Пушкин в родственниках. Учился тоже в Царскосельском лицее и получил какое-то образование, уж очень серьезное по тем временам. Имел какое-то отношение к разведке Александр Сергеевич, как сейчас выясняется. Та же параллель почему-то и у Байрона. Ну, пойдем дальше. Байрон начал писать с 1807 года. И в основном это были сатирические поэмы и сборники стихов. Тогда же он фактически и стал поэтом, несмотря на критику. Но самое интересное, в 1809 году он вдруг отправился в путешествие. И путешествие это было в Средиземноморье. Кроме Испании, Португалии, Албании,
Байрон очень много времени провел в Греции и Турции. Даже из описания его многочисленных подвигов юности есть такое, как заплыв через Дарданеллы. Но самое главное, что Байрон путешествовал по Средиземному морю и вел там разгульный образ жизни, а в это же время в параллельной реальности на Средиземном море воевал английский флот с Наполеоном. И самые ожесточенные битвы между Англией и Францией происходили в период с 1808 по 1812 год. И как этот представитель высшей аристократии в момент таких серьезных военных действий не находился в армии или где-нибудь в управлении в перстве? Ну, пойдем дальше. И также в описаниях кутильных путешествий Байрона о войне флотов на Средиземном море практически ничего нету, какие-то проблески. Но они не отражают того, что в момент путешествия Байрона вся Европа была перекрыта, разбита на два лагеря, католический наполеоновский, протестантский английский, как будто бы войны толком и нету. В 1812 году, в самый разгар, в апогей наполеоновских войн, вдруг в палате пэров Байрон произносит речь, как пэр. И речь совершенно не о войне, а вдруг об уголовном наказании. Много мы там голов типа рубим. Бунтарей каких-то. А вторая речь вообще интересная. Вкратце, смуглая раса с берегов Ганга до основания потрясет вашу империю тиранов. О как! Это он говорит на совете пэров Англии. И это первый ключ к пониманию того, когда же на самом деле жил Байрон. В 1812 году Англия была второстепенной державой, маленькой европейской по сравнению с Францией. Никаких помыслов о походе в Индию у этой Англии того времени однозначно еще не было. А захват Индии произошел реально в викторианскую эпоху, в конце 40-х, начало 50-х годов 19 века. Но нисколько не в 1812 году. Так при чем здесь в палате пэров речь о выходцах смуглых из Ганга? Ну, дальше Байрон пишет поэму «Чайльд Гарольд», в котором описывает свои эти все путешествия кутильные. И в этой же вдруг поэме он проникается духом погибшей Великой Греции. Хотя в тот момент никакой Великой Греции и в помине нету. Это все Османская империя. А Греция, по описанию современных историков, была фактически настолько давно, там, в 15 веке, и то Византийская Греция, а Древняя Греция еще древнее. Какую Грецию имел в виду Байрон? Хотя мы знаем, что на территории Греции был город Янина, где сидел турецкий насмотрщик Янинский паша. Ну, дальше друг Байрона Томас Мур, тоже поэт и писатель, который сжег все оставленные после смерти Байрона в 1822 году, его дневники, материалы. Что там было написано, непонятно. Но Пушкин вдруг одобрил это действие Томаса Мура. Причем здесь вообще Пушкин? Разберемся дальше. Также о Байроне пишет, что он был, по своим взглядам, луддитом, последователем какого-то недолудда. Ну, это какое-то типа масонско-либерального движения. Один из европейских неолибералов того времени. Далее, биография Байрона описывает его брак и скандальный развод в 1816 году. И из-за этого развода он якобы и вынужден был покинуть Англию. А далее он начал жить в Италии и Швейцарии. Это его период, итальянско-швейцарский. И начался он как раз в 1816 году. Но об Италии и Швейцарии я скажу в конце. Что мы знаем об этом периоде? А знаем мы ту самую кульминацию. Те самые события, подмеченные многими альтернативными историками и исследователями. Которые, кстати, окончательно и переносят всю биографию Байрона, а вместе с ним и большей части исторических событий первой четверти 19 века в конец 30-х, начало 50-х годов того же века. Вместе с большей частью исторических фигур. Тот самый год без лета, который описан в стихотворении Байрона «Я видел сон, не все о нем было сном». Я думаю, многие слышали это стихотворение. Я его здесь читать не буду, но кто хочет, все-таки прочтите. А также в огромном количестве найденных исследователями документальных подтверждений того, что в Европе в 1816 году был какой-то малый ледниковый период. А вот в российских документах ни о каких ледниковых периодах ничего нет. Давайте попробуем разобраться. Говорят, что это стихотворение Байрон писал летом 1816 года на вилле английской писательницы Мэри Шелли.
ну, в Швейцарии, там у Женевского озера, где по очень имеющей место быть версии многих альтернативных исследователей и историков, Байрон, Эта Мэри Шелли и еще несколько их товарищей скрывались от катастрофы, постигшей Европу. И вся эта группка прихватила с собой съестные припасы, спички, керосин и пережидала там что-то неимоверное. А что же это было? Ну, еще раз напомню, что 1816 год, год без лета, в Америке, в США, назван насмерть замерзшим. Ну, ученые, как я уже говорил, его и называют малым ледниковым периодом. Эти события, в общем-то, хорошо описаны в различных источниках. И описаны они как голод, холод, проливной дождь, снег. И снег описан так, как будто его раньше никто не видел. На все это накладывается паника, уныние, ну, соответственно, огромная смертность. То есть то же самое, что я предположил в своем фильме «Фата» из серии «Три полюса, два потопа». А вот в российских исторических документах, как я уже говорил, ничего об этом нет. Какая-то параллельная реальность. Хотя в европейских документах, опять же, упоминается, что катастрофа, этот малый ледниковый период, голод, дожди и затемнение атмосферы коснулись всего северного полушария. Ну, соответственно, даже Америки. А вот в российских источниках ничего опять нету. Все бы это было непонятно, если бы один из исследователей, Сергей Игнатенко, не нашел свои свидетельства. Сборник статистических сведений России Императорского русского географического общества. Сборник составлен в Санкт-Петербурге в 1858 году. Здесь на странице 472 мы можем найти следующий текст. 1844. Неурожай за исключением 9 губерний: Воронежской, Ковенской, Минской, Курлянской, Эстландской, Кавказской, Иркутской, Тобольской, Пермской во всех губерниях России. 1845 год. Неурожай в губерниях Грузино- и Меретинской, Киевской, Ковенской, Казанской, Саратовской, Нижегородской, Пензенской, Подольской, Черниговской, Тамбовской, Симбирской, Калужской, Воронежской, Екатеринославской, Тульской, Костромской, Тверской, Ярославской, Полтавской, Гродненской, Могилевской, Курской, Санкт-Петербургской, Московской, Волынской, Владимирской, Орловской, Псковской, Таврической, Пермской, Вятской, Вологодской и Витебской. 1846 год. Неурожай в губерниях Бессарабинской, Харьковской, Воронежской, Саратовской, Оренбургской, в южных частях Тобольской и Енисейской. На странице 476 указаны причины неурожая. Так, крупным планом. В 1843 году, начиная с мая месяца по август включительно, было 326 градобитий в 250 уездах разных губерний. Само собой разумеется, что град этот, погубив в одном месте всходы хлебов, повредил произрастание уцелевших в другом, уничтожил в третьем хлеба, сохранившегося в начале и в середине всего несчастья. Подобное же несчастье случилось и в 1844 году. 215 градобитий уничтожили всходы, посевы и саму солому хлебов в пространстве 181 тысяча десятин. 1845 год ознаменовался также градобитием, бывшим в 34 губерниях и истребившим в течение мая, июня, июля и августа почти все произраставшие злаки и растения в пространстве 118 тысяч десятин. В 1851 году градобитие в 16 губерниях, пространство 40 тысяч десятин, засланное хлебом, обратили в бесплодную пустыню. Честно сказать, мне очень сложно представить град, который идет в течение 4 месяцев. Очевидно, что тот, кто записывал, не знал, как назвать этот процесс, поэтому назвал градобитием. Может быть, этот процесс имел нечто общее с падением, скажем, камней с неба. Вот вам документальное подтверждение последствий этой войны. Судя по описанию, град уничтожил в некоторых местах всходы хлебов, в некоторых местах уже выросшие хлеба. От этого можно сделать вывод, что прошла одна большая волна, но эта волна шла медленно. Эти события описаны, как правильно предположил Сергей, не градобой, а камнебой. И этот камнебой уничтожал посевы целых 3 года, с 1843 по 1846 год. Я это уже все описывал, еще раз напомню, в своем фильме «Фата» из серии «Три полюса, два потопа»
А также это хорошо описал в 9 части серии фильмов «История Великой Тартарии», 19 век, опять война, опять потоп. Все это, конечно же, не теория, это только гипотеза. И над ней нужно еще работать и работать. Пойдем дальше. Эти данные только в российских источниках. Данные об этом градобое и камнебое 843-846 годов. А в Европе в это время вроде бы как все хорошо. Есть какой-то проблеск свидетельств, определенно, что в 1845 году якобы ирландцы массово бегут от голода в Америку. И все же опять какая-то параллельная реальность. А разгадка этой параллельной реальности проста. Конечно же, если вы читали Носовского и Фоменко. И называется она «Хронологический сдвиг». И причем сдвинулись документальные события описаний Европы. А вот в России датировка 1843-1846 годов, похоже, верна. Мы совместно с Алексеем Кунгуровым установили датировку этой катастрофы и установили ее фактически тем же периодом. И я, как уже говорил из своих фильмов, опираясь на документы Сергея Игнатенко 1843-46 годами, а Алексей Кунгуров по разбору одного из научных трудов, рассматривающего керн льда с Алтайского ледника, у него дата получилась 1842 год. Но для нас сейчас год разницы не имеет. Мы понимаем, что это 41-й, 42-й, 43-й годы. И продолжалось это где-то до 46-47 года. В этот период и происходило апогей этой катастрофы. Причем сама война началась в 1841 и закончилась в 1849 году. Это вот тот самый исторический промежуток, в котором нету практически событийности. По нему мы тоже устанавливали этот период. Так вот, сама война с применением, опять, видимо, оружия массового поражения началась в 1841 году, а в 42-м или в 43-м с неба повалились обломки уничтоженного на орбите спутника. Кто с кем воевал, пока трудно сказать, но мы пытаемся ответить на этот вопрос. Из всего вышеизложенного напрашивается вывод, что Байрон реально жил и до этой войны 40-х годов 19 века, и немного после нее. Сами же эти события он пережидал в Швейцарии в 1816, а умер он через 6 лет, в 1822 году. И якобы смерть его настигла в Греции, когда он воевал за повстанцев. Причем опять странная история, видимо, ее писали коммунисты для советских учебников, что Байрон, продав все свое имущество в Англии, снарядил 500 английских войск во главе с полковником каким-то там. Ну, извините, тогда наемных войск в Англии я не слышал, чтобы были. И без одобрения английской короны тоже, скорее всего, этого бы не произошло. То есть опять у нас Байрон какой-то английский функционер, который прибыл в Грецию с отрядом войск. А в Греции был какой-то мятеж против Османской империи. Греция — это всего лишь область была этой Османской империи. А Османская империя — ближайший союзник третьей силы, той, которую мы теперь знаем под именем Тартария. Вот куда все идет. Так вот, на мой взгляд, все эти события греческой войны с участием Байрона – это события не 1821-22 годов, а это события начала 50-х годов 19 века. Тут и становится понятна речь пэра Байрона в 1812 году, якобы им произнесенная в палате пэров, об индусах. И если у нас события 1812 года близки к событиям 1816, то есть это в период происходило, ну опять войны не видно с Наполеоном, это мы уже с вами все объяснили, то есть сам захват Англии и Индии начал происходить в конце 40-х, опять же, начале 50-х годов 19 века. Ну, однозначно они пару-тройку лет готовились, видимо, в процессе этой войны. Значит, в палате пэров Байрон выступал где-то в окончательной фазе войны или перед ней. Как раз, скорее всего, уже началась викторианская эпоха. И все эти события с середины 19 века, а нисколько не 1812 года. Это еще раз подтверждение тому, что хронологический сдвиг имеет место. По моей версии, это выступление Байрона 1812 года было где-то в 1837 или в 1838 году. И было это выступление за пару лет до самой этой мировой войны 40-х годов. Видимо, тогда Англия начала только потихоньку проникать в Индию, искать там союзников и подкупать элиты, как она это всегда делает.
И еще раз напомню, что в это время, 30-е годы 19 века, это приход к власти королевы Виктории, которая сделала конец 19 века веком Англии. Что еще мы можем сказать об этих 40-х годах 19 века? Они, кстати, по исторической насыщенности очень сильно выделяются из всего описания этого 19 века. Как я неоднократно говорил, идет событийность, потом вдруг исторический провал, а потом начинаются последствия. То же самое с 40-ми годами. Вся мировая международная обстановка 30-х годов 19 века приводила к войне, начинались разногласия, разрыв дипломатических отношений с Англией, появление там союзников Священного Союза Российской империи, Австрии и Пруссии, и вдруг войны нет. А война появляется у нас только уже с приходом англичан в Севастополь, причем почему-то французы, австрийцы и пруссы уже союзники англичан. Что могло случиться за этот период времени? Хотя до войны это был священный союз Пруссии, России и Австрии, который брал совместно Париж. Ну, тут все понятно, в принципе. В общем, события 40-х годов 19 века из официальной исторической науки фактически вычеркнуты. Также вычеркнут и основной противник, с которым воевала та самая Англия. И теперь мы его знаем под именем Тартария из тех же английских документов в основном. И после этой войны, в конце 40-х, все 50-е и 70-е годы 19 века, происходит раздел мира, вернее территории Тартарии и территории сферы ее влияния между Англией, Российской империей, Францией, еще кого-то из европейских стран, присосавшихся к разделу этих пирогов. Но каких европейских стран? Давайте на них посмотрим. Ни Германии, ни Италии, и похоже, что ни Швейцарии, ни Греции еще тогда и не было. И как мы это увидим? Скорее всего, по моему предположению, Греция обрела независимость от Османской империи не в 1821 году, а именно во второй половине 19 века. И обрела она эту независимость совместно со всеми появившимися на тот момент европейскими странами, такими как Германия, которая образовалась в 1866 году, Италия, которая соединялась в период с 1865 по 1870 год. Скорее всего, Швейцария отделилась от Франции как самостоятельное государство, а не провинция, только в 1848 году. А то, может быть, и позже. Ну, 1848 год – это дата принятия Конституции Швейцарии. Здесь надо еще копаться и копаться. Но основные две европейские страны – Германия и Италия – появились в 60-е и 70-е годы 19 века. Вообще, как новые государственные образования. Получается, конечно же, не все события европейской истории были отправлены той самой исторической наукой из середины 19 века в его начало. Эти события были размазаны. Какие-то типа промышленного бума 30-х годов 19 века оставлены на месте. А вот наполеоновские войны отправили в самое начало 19 века. Вместе с тем же египетским походом Наполеона якобы 1799 года. По моему мнению, Байрон чистый современник Пушкина. И Пушкин не младше этого Байрона на целое десятилетие. И не вдохновлялся Александр Сергеевич творчеством Байрона, как своего предшественника. А Пушкин и Байрон очень похоже, что тесно общались. И есть действительно загадка их совместного сосуществования. И эта загадка может быть гораздо глубже, чем то, что мы сегодня говорим. В творчестве их обоих явно прослеживается то, что они жили в период этой войны наполеоновской. Но на момент самой войны боевых действий они были еще достаточно молодыми. И на войне они сами не присутствовали, хотя должны были, как представители высшей аристократии своих государств. А реально их зрелый возраст, когда они начали писать, действительно, он начался в начале 30-х и закончился в начале или в середине 50-х годов 19 века. Что же получается из этого? Наполеон пришел под стены Москвы в начале 30-х годов 19 века. А Александр I занял всю Европу после победы над Наполеоном тоже где-то до середины 30-х годов. И очень похоже, что занимал Париж Александр не один, а с той самой третьей силой, на сторону которой он перешел в ходе войны. И превратился из первичного союзника Наполеона в союзника той самой третьей силы,
Свое предположение по этому вопросу я высказал в фильме «Александр и Наполеон» из цикла «История Великой Тартарии». И еще одна смелая гипотеза. Вот и те самые казаки в Париже Алексея Кунгурова. По-моему, это просто тартарские войска, занявшие Париж совместно с войсками союзников, с Россией, Австрией и Пруссией. И, скорее всего, та самая Тартария, или под каким-то другим она названием фигурировала в тот момент, была просто четвертым членом этого священного союза. А самими тартарскими войсками в Париже, видимо, руководил тот самый Платов, который в официальной истории описания войны откуда-то неизвестно взялся и куда-то неизвестно пропал, якобы умер после войны. Но это пока, конечно же, гипотеза. И во всем этом надо досконально разбираться. Итак, предположительно, предварительные данные, которые у меня начали вырисовываться после работы над вот этим вот первым периодом 19 века. И что же у нас получается? Еще раз напомню, это моя гипотеза. Каждый к ней отнесется по-своему. Но она, как многие говорят, не высосана из пальца. В этом исследовании я придерживался технологии Носовского и Фоменко. Итак, посмотрим, что же примерно получается. Война с Наполеоном. Воевали Франция и Россия против Тартарии. Еще раз напомню, что Тартария – это не окончательное название. Пока мы употребляем название этой третьей силы в таком формате. Но еще раз, ту войну Наполеон начинал с Россией как с союзниками. И шли эти объединенные войска на Москву, которая не входила в состав Российской империи, а входила в состав той третьей силы – Тартарии. И все эти события, по моему предположению, происходили в начале 30-х годов 19 века. Что же случилось в Москве с этими всеми силами, участвующими в войне, я уже многократно предполагал, и то же самое делали многие исследователи. Но получилось как-то так, что после взятия Москвы французами поменялась какая-то политическая обстановка. И почему-то вдруг Российская империя стала союзником той третьей силы Тартарии. А если Российская империя была союзницей Австрии и Пруссии, это был священный союз, то получается Австрия и Пруссия были тоже союзниками Тартарии. И вот мы видим в этом священном союзе уже 4 страны. И весь этот священный союз освободил территорию Европы от католического Наполеона, разрушив тем самым тот строящийся им католический Евросоюз, и взяли Париж. Париж, как вы знаете, уже многие брали войска России под командованием Александра I, а также смешанные войска австрийцев и смешанные войска пруссов. Ну, смешанные они были с русскими войсками. Но опять же, получается, что в той армии присутствовали и войска Тартарии, так что мы можем смело отождествить тех самых казаков в Париже именно с тартарскими войсками. И почему же? Да потому что замеченное Алексеем Кунгуровым несоответствие формы одежды этих казаков всем остальным, участвующим в войне, тем же пруссам, французам, русским, очень сильно выбивается из общей картины. Но это предмет опять дальнейших исследований. Пока предположение такое, что те самые казаки в Париже – это и есть тартарские войска. Реальная датировка взятия всеми этими объединенными войсками союзников Парижа не позже 1835 года. Дальше хронологические события развивались примерно так. Не позже 1837 года русские войска вышли из Европы. То есть не только русские войска, а войска вообще всех союзников. Примерно в тот же период времени произошла и смерть Александра I, и восстание декабристов, и воцарение Николая I. Конец 30-х годов 19 века, скорее всего, проходил в подготовке к новой войне. Мы пока не можем точно понять, почему войска союзников оставили Францию и как Франция оказалась союзницей, поднимающей голову на тот момент Англии. И как раз это совпадает. В 30-х годах 19 века начинается век Англии в официальной истории. Там приходит к власти королева Виктория, сменив фактически ту самую немецкую Ганноверскую династию. И как католическая Франция вдруг стала ближайшим союзником Англии, они всю жизнь до этого воевали. Пока непонятно. Мы не знаем звеньев этой исторической цепи. Но дальше вся эта подготовка к войне и есть тот самый промышленный бум 30-х годов 19 века.
Как произошло само начало войны, мы пока точно не понимаем. Примерная датировка – это 1841 год. Кто с кем воевал, тоже непонятно. Можно предположить, что так воевала Англия с Тартарией. Но опять же, откуда у Англии оружие массового поражения? А то, что оно реально применялось, я думаю, доказательств хватает. Это та самая воронка на месте старого центра города Екатеринбурга. А также многочисленное количество воронок в поволжских городах, например, Ульяновск, Самара, Волгоград, не говоря уже о восточных территориях, Урале и Сибири. Многократно уже исследователи приводили все эти следы. Какое оружие по принципу применялось, нам пока непонятно. Было оно такое же, как современное ядерное вооружение, или это было какое-то ионное, или что-то это было вообще нам непонятное технологически. Пока это не ясно, но следы остались. Сама эта война происходила с 1841 примерно по 1849 год. И этот период истории я уже неоднократно рассматривал. Событийности практически нету в это время. Все вело, опять же, по методу Носовского и Фоменко в 30-х годах к обострению ситуации, разрыву дипломатических отношений России и Англии. То есть накал уже был очень сильный. И вдруг практически с 41 по 49 год никакой событийности нет. А есть только отголоски. Иммиграция массовая ирландцев в Америку, то есть бегство из Европы части населения. И не только, скорее всего, ирландцев. Тогда и началось, видимо, заселение Америки. Но это совсем другой вопрос. И заселение именно европейцами, бежавшими. Когда же случилась сама глобальная катастрофа? Это произошло приблизительно с 1842 по 1847 год. Это как раз те три года, когда с неба падал так называемый градобой или камнебой. То есть три года с орбиты Земли валились обломки какого-то разрушенного космического объекта. Я предположил, что это был естественный спутник ФАТА. Многие, конечно, со мной по этому поводу не согласны и говорят, что ФАТА упала 13 тысяч лет назад. Но я все эти предположения делал именно по следам, которые остались на поверхности Земли и остатков исторических документов, карт и вот таких вот свидетельств, которые привел Сергей Игнатенко. Также вот это вот свидетельство Байрона, раздвинутая хронологически на несколько десятилетий назад. И именно эта катастрофа, которая, видимо, сразу же проявилась падением большого куска этого спутника в район пустыни сегодняшнего Такламакана, и вызвала те самые необратимые процессы на Земле в виде засыпания всего песком, камнями, проливными дождями, образованием этой глины, засыпавшей первые этажи, голодом, холодом и огромной смертностью. Вот почему сейчас многие исследователи рассматривают пустые европейские города. Вот Санкт-Петербург, Москва, в России очень много фотографий, где нет людей. Это очень хорошо показывает и Алексей Кунгуров. Недавно свой фильм выпустила Галина Конышева. То есть на момент начала 50-х годов 19 века, видимо, остался такой минимум населения на планете Земля, что мы даже себе представить не можем, сколько было до катастрофы и сколько осталось после. И после вот этих всех событий началось восстановление нового мира уже в другом технологическом укладе. И все это и есть наша история. То есть она начинается, история нашей сегодняшней цивилизации, начинается реально с 50-х годов 19 века. И если понять причины массового голода в Европе, помните сказку Андерсона «Девочка из спички»? Вот эта сказка очень хорошо показывает те события, которые действительно произошли в Европе. Какой был голод, беспризорность и, видимо, одичание. То есть в сегодняшнем мире, если бы вы увидели босую девочку на снегу, вы бы ее тут же обогрели и куда-нибудь отвели, сдали бы каким-то официальным органам власти. Тогда на нее просто не обращал никто внимания. Видимо, таких девочек и мальчиков без родителей каждый день в том Лондоне, Париже умирало десятками. Люди просто одичали. А одичание и отсутствие вот этих вот элементарных человеческих качеств как раз-таки свидетельство каких-то серьезных очень событий. Люди дичают, как в Ленинградскую блокаду, от голода, холода и постоянной смерти вокруг. То же самое делали и в блокадном Ленинграде, только еще серьезнее воровали детей, их просто ели. А здесь вот просто они обращали внимание на кучу умирающих от голода и холода детей. И по Европе 60-х, 70-х годов очень много свидетельств того, что люди были практически нищие. То же самое, в принципе, творилось и в России. Скорее всего, вот эти вот огромные слои, которые в городах засыпали по 2-3 метра высоты, представьте, что они сделали в сельской местности. Они засыпали хаты по крышам.
Может быть, там в сельской местности и были не хаты, а добротные дома, ну, в смысле до катастрофы, но после нее действительно стали хаты. Скорее всего, погибло подавляющее большинство сельского населения. Почему? И заселяли опять сельские территории Российской империи. Началась миграция населения. Мы знаем, что выдавали земли в Поволжье и в Сибири и эстонцам, и латышам. Много очень уезжало из Малороссии на поселение. То есть шло новое освоение. Фактически до самой революции 17-го года. А то может и больше. Если взять сталинский период, это скорее всего продолжение вот этого вот освоения, восстановления цивилизации после глобальной катастрофы. Вот такая вот примерная хронология событий 19 века. Конечно, эту тему мы будем и дальше исследовать. Может быть, мы найдем что-нибудь еще интересное. У кого есть какие доводы, мы ждем и ваших комментариев и информации. А в конце этого фильма я хочу выразить благодарность тем, кто поддерживает наши проекты. Это проект «Россия. Звонок в прошлое» и проект «Вспомнить все». Цель сбора средств – организация экспедиции на летний период 2018 года. Все эти мероприятия мы запланировали совместно с Алексеем Кунгуровым для проведения реальных исследований Черноморского побережья Кавказа и каменного города Ергаки в Красноярском крае. Еще раз напомню, что для осуществления наших проектов мы объявили сбор средств на ресурсе Planeta.ru под теми же названиями, что я перечислил выше. Уважаемые зрители, кому не безразлична реальная история нашей страны, нашего народа, еще раз обращаюсь с просьбой, помогите в осуществлении этих двух проектов. Для чего нужны нам средства, я уже неоднократно говорил. А нужны они для того, чтобы организовать реальные исследования с привлечением группы ученых и научного оборудования, подводного и геологического. Все ссылки на проект будут под видео. До свидания. Audio Jungle.